Чехии грандиозный политический скандал из-за блондинки. Будучи главой секретариата правительства, дама вертела военной разведкой и самим премьером. В итоге глава кабинета министров подал в отставку, объявил о разводе. Страна осталась без правительства. А некоторым высокопоставленным чиновникам теперь светит тюремное заключение. Об амурной истории с криминальным сюжетом с места событий передает Анна Гороженко. Он был самым популярным политиком в Чехии, его ожидало блестящее будущее, а теперь в президентском дворце после 3 лет на высоком посту Петр Нечас слагает себя полномочия премьер-министра. Господин президент, соответственно 73-й статье Конституции, я ухожу в отставку. События в Чехии разворачивались молниеносно. В самой крупной за последние 20 лет спецоперации принимали участие 400 представителей правоохранительных органов. Они провели обыски здесь, в здании правительства, а также в пражской мэрии, Министерстве обороны. Благодаря фактору неожиданности изъяли 8 миллионов евро наличными, а также 10 килограммов чистого золота. Арестованы 7 видных политических деятелей, но аресты еще грядут. Одна из главных обвиняемых в превышении служебного положения и коррупции – фам-фаталь, 48-летняя Яна Надева. В чешской прессе эту женщину-любительницу самых дорогих пражских бутиков и ресторанов называют разлучницей, ведь она увела премьера из семьи. Роман между помощницей и главой правительства на слуху вот уже несколько лет. Роковую блондинку обвиняют в том, что она незаконно отдавала распоряжение генералам военной разведки следить за супругой премьера. За несколько дней до скандала премьер заявил о разводе с женщиной, с которой вскоре мог бы отпраздновать серебряную свадьбу. 25 лет брака и 4 детей не остановили Петра Нечаса. На стороне бывшей супруги, экс-премьера Радки Нечас, теперь вся Чехия поговаривает, ей даже предлагали всерьез заняться политикой. На самом деле Радка Нечас вряд ли пойдет по стопам Хиллари Клинтон. Она даже сейчас ни с кем не общается. Впрочем, есть и такие, которые жалеют ее мужа. Ведь он только на прошлой неделе объявил о разводе, а сейчас его любимая женщина сидит за решеткой. Впрочем, любовная история лишь вершина айсберга. По информации прокуроров, Яна Надева занималась подкупом депутатов. Обвиняют ее и в связях с криминальными кланами. Но уже бывший премьер Чехии заявляет, он до сих пор доверяет этой женщине. Да и Надева своей вины не признает, мол, не знала, что делала что-то противозаконное. Тем временем Чехия осталась без правительства. Парламент лихорадит, представители коалиции большинства в экстренном порядке обсуждают кандидатуры на высокие посты. А вот простые чехи ждут развития скандальной истории. Ведь в прокуратуре обещают новые разоблачения и аресты. Так что лето в Чехии обещает быть жарким. Анна Гороженко, Евгений Каминский. Подробности телеканал «Интер».